Здравствуйте! Сегодня я напомню вам о том, как пересекалась с нашим городом судьба знаменитого российского ученого Владимира Михайловича Бехтерева. Его карьера врача началась в нашем городе. Здесь он окончил Петербургскую медико-хирургическую академию. Здесь же в 1879 году Владимир Бехтерев был принят в Петербургское общество психиатров. Здесь он защитил докторскую диссертацию. Обратите внимание на то, что Владимир Бехтерев в 1893 году возглавляет кафедру нервных и душевных болезней в Петербургской медико-хирургической академии. Вся его жизнь была посвящена изучению этих недугов. В 1908 году в Петербурге он открывает психоневрологический институт, который существует и по сию пору. Вклад Владимира Бехтерева в медицинскую науку огромен. Его именем названы не только некоторые болезни, но и самые разнообразные способы их лечения. Особенно важными сегодня представляются труды ученого о деятельности головного мозга человека. Память о Владимире Бехтереве в нашем городе была названа улица в Невском районе. Она проходит от Хрустальной улицы до улицы Седова. Свое имя она получила в 1957 году. Именно здесь находится основанный ученым научно-исследовательский институт. В 1960 году перед зданием института был установлен памятник Владимиру Бехтереву. Если вы хотите побольше узнать о жизни и достижениях знаменитого ученого, то советую прочесть одну из его многочисленных биографий или поближе познакомиться с его многочисленными трудами, посвященными человеческой психологии. А на сегодня у меня для вас больше нет никаких рекомендаций, кроме одной. Откладывайте в сторону ваши гаджеты и берите в руки книги, чтобы лучше понимать не только то, что происходит вокруг и сейчас, но и то, что было когда-то в прошлом. Недаром ехидно замечал Станислав Ежелец. Мне приснился Фрейд. Что бы это значило? До новых встреч!